Добрый день. Сегодня выдалась замечательная погода, хороший денек, нету дождя. Решили поработать немножко на улице. Значит, сегодня мы вместе с вами сделаем что-то вместе, что-то среднее между капустной ямой и теплой грядкой. Ну, для чего она нужна? Во-первых, для того, чтобы вот, значит, косим траву с огорода. Куда-то ее надо складывать, или выбрасывать надо, или что-то. А это будем складывать ее. Ну, сейчас в процессе это самое, расскажу, как это будем делать. Ну, в принципе, очень просто, очень просто. Значит, делаем что? Делаем вот такую, значит, теплую грядку, как получили нарисовать. Где-то такую вот теплую грядку. Ну, размеры ее, ну, где-то, значит, 3 метра. Так, 3,50 где-то, 3,50. Это почему такие большие размеры? Ну, чтобы, как говорится, на сезон хватило, травы-то очень много. Значит, ну, ширина где-то 1,50 м, где-то 1,50 м. Ну, и высота где-то 70, около 70-80, можно до метра, до 1 метра. Вот такая высота. Значит, это у меня уже будет... Значит, третья такая грядка, значит, одну мы разобрали, значит, вторую вот поставили в прошлом году, вот за год она набралась, и это будет третья грядка. Но если вот посмотреть вот на эту, ну, как всегда мы используем самый материал такой, ну, как говорится, какой есть. Ну, в данном случае использовали горбыль, и вот получается вот такой пирог, значит, берем, значит, траву всю, что есть трава, значит, бросаем сюда. Вот, допустим, убираем помидоры, тоже, значит, всю ботву сюда, значит, огурцы тоже сюда. Насыпали где-то сантиметров 15-20, значит, слой земли. И при этом нужно обильно поливать слой земли. И вот, значит, уже вот она первый год постояла, здесь уже можно что-то сажать. Вот будем кабачки сажать, наверное, сейчас вот погода налаживается, значит, можно что-то сажать. И где-то вот два это мало, конечно, вот 3-4 года постоит, после этого, значит, получается очень хорошая земля, и можно ее использовать, где-то подсыпать и прочее, сажать что-то, очень хорошо. Но самое главное, что получается, что вопрос с травой, говорит, решен, травы не будет, траву всю сюда. Ну, здесь вот, значит, учитывая приобретенный опыт мой, значит, здесь можно немножко доработать. Ну, во-первых, значит, вот мы здесь вот всевозможные доски пускаем. Вот доски пускаем, да? А внутри подшиваем металлом. Любой металл, какой там остатки, прочее. Вот у меня, допустим, лист порвался. Ну, куда? На крышу никуда не пойдет, на забор тоже не пойдет. Ну, значит, соответственно, сюда мы, значит, его и устроим. Это вот первый вопрос. И второе, значит... Как правило, значит, вот, значит, все доски гниют снизу. Снизу гниют и, значит, портится, выходит из строя быстро. Я думаю, что вот эту грядку мы будем, поставим ее на металлические опоры. Где-то вот металлические опоры, здесь вот саморезами прикрутим их вот так вот где-то. И расстояние где-то подымем над землей, ну, сантиметров 15-20, я думаю, подымем. А после этого где-то что-то обошьем, где-то подложим, там будет видно. Ну вот, пройдем, значит, работа очень хорошая, очень интересная. В том плане, то, что на воздухе и не спеша. И вроде делом занимаешься. Да, и вот эту грядочку, вот мы как раз вот, говоря по этой грядке, значит, мы планируем где-то вот сюда поставить. Вот просто, как говорится, не успел еще до конца сделать. Уже траву вот накосили. Набросали здесь уже немножко, значит, это самое, землей присыпали. Ну вот, где сколько здесь расстояние? Ну, сейчас я это померю. Ну, где-то вот так вот. Где-то вот такое расстояние будет. Ну, все где-то метр три, наверное, будет. Метр три. Ну, и шириной, как я сказал, 1,5 метра. А высотой, может, даже и повыше мы сделаем. Как говорится, в процессе работы будем, значит, координировать свои действия. Ну, и особенность такая, значит, для этой грядки используем самый, что на есть, бушный материал. Вот это, значит, у нас на опалубке стояло неоднократно. Доски уже, в принципе, никуда они не пойдут.
Но они еще так крепкие, хорошие. Мы, значит, гвозди поубираем, значит, обработаем их антисептиком каким-нибудь или отбеливателем даже пройдемся по ним. И после этого будем что-то городить. Ну, в процессе, говорит, будет видно. Сейчас, на первом этапе, я сейчас все гвозди еще уберу, здесь замерю и начну ляпать. Ну вот, выбрал доски, все бэушные, по 3 метра, по 3 метра. Хотел сначала, значит, с 50-й доски делать, но что-то подумал, значит, она мне еще пригодится, там в одном месте надо будет работать. И вот сейчас вот немножко не хватает, вот значит, стыковать. Для данной работы используем простые шурупы, вот, в накладочку. Накладочку поставил, и сейчас вот стыкаю. Ну, как видите, что саморез хорошо идет. Здесь единственное, что, конечно, если шурупом работать, то надо очень сильно давить. Саморез, как говорится, сам лезет, а здесь приходится давить. Но зато подешевле. Так, сейчас состыкуем и начнем уже боковинки. Вот это в длину получается 3 метра. Ну и боковинки где-то. Ну, как говорил, где-то 1.50 м, может, 1.60 м сделаем. Посмотрим. Но с боковинками попроще, потому что уже таких досок мы найдем это 100%. Ага. Саморез, короче, не пошел, потому что здесь бывает, что он недостаточно ровный. И к тому же здесь вот под крест и сильно сюда хорошие. Ну ладно. А может где-то и я не прав. Но, тем не менее, сейчас он даже немножко длинноватый. Больше сейчас. На 60, но работаем то, что есть. Вот с этой стороны, здесь не зашел немножко, а здесь вот хорошо вышли они все. Надо бы другой молоточек еще. Вот так вот загнуть немножко, так, чтобы потом не цепляться за это дело. Вот так. Здесь еще чуть-чуть тоже. Хотя, да, можно не загибать. Я думаю, что уж после теплой грядки эти доски уже только на выброс пойдут, так что здесь особо стараться не будем. Значит, ну что, сейчас решим, какой высоты будет это дело. Ну, сейчас посмотрим, сантиметров, наверное, 80-90. Ну, сейчас посмотрим, какой высоты эта грядка. Ну, вот видите, с этого края где-то, ну, на 80, даже 75. Ну, а мы сделаем 90. Если сделаем 90, да поднимем, это с собой саморез будет. Это точно на 2 года. Значит, сделаем, наверное, 90, да. Под 90 сделаем, и все. Под 90. Значит, на эту штуку нам надо перемычек раз, два, четыре. Четыре перемычки сделаем. Сейчас пока подготовительная работа идет. Сейчас все соберем. Уже, как говорится, доски идут. Ну вот, эта дощечка, видите, она так уже не очень. Я вот ее отбеливателем немножко подлечил. Подлечила. На воздухе она постоит. Хорошо. Можно внутреннюю сторону сразу помазать. На воздухе это нормально. Но все мазать не будем. Сейчас вот помажем, подотем. Когда уже соберем, уже намазали и ушли. Так будет лучше. Ну вот это тоже дощечка. С ней начали уже работать. Гвозди, как и все, используем второй раз. Так вот. Используем второй раз.
решили на 90. Вот уже сколотили три стороны, еще одну сторону. Но она получается по виду просто типа забора. Но высоту решил побольше сделать. Высота метр, вот сейчас вот от нижнего метр. Ну, он, видите, уже так стоит, просто так стоит. Я, наверное, вот здесь вот ее на месте соберу. Так будет легче просто устанавливать. А там потом будет видно. Вот, еще одну сторону собрать, и все будет хорошо. Ну, вот таким образом, вот. Так она соберется. Опа, ну, собралась, пала. Если так соберется, и все будет хорошо. Здесь можно будет уголочки какие-то поставить. А внутри получается, внутри ровно получается. И здесь вот будем как раз набирать металлом каким-то. Ну, жестью, наверное. Может, еще что-то там посмотрим, все ненужное сюда и положим. Ну, получается такое солидная вещь. Я думаю, года на два, может, и на три хватит. Видите, какая хорошая получается. Но еще не все. Пойдем еще одну штуку колотить. Надо потихоньку. Вот у нас материал вот этот уходит. Уходит, уже осталось совсем мало. Ну, хватит нам. Надо 4 взять. 4 надо. Раз, два. Вот так вот. Два. Вот три. А там 4. 4, и нормально будет. Пойду дальше колотить. Изначально высоту планировал сделать сантиметров 70-80. Ну вот. Единственное, что плохо, вот здесь видите, бетон. Но ничего. Но в конечном счете решили сделать побольше. Побольше. То есть 70 еще на 20 сантиметров поднимем. Получается 1,20 м где-то. Где-то так. Шаблон уже я прибил. Сейчас займемся этими штуками. Куда я дел молоток? Молоток и гвоздодер. Снова идет подготовка. Так. Эти гвозди, которые я вытаскиваю, я тоже снова использую. То есть у меня получается, все идет в ход. Ничто не выбрасывается. Так вот. Сначала отбеливателем мазал, но больно он ядреный. Решил, что помажу в конце работы. Когда уже установлен, тогда после этого и помажем. Потому что где не помажем, там не помажем. Так что вот такие пирожки. Раствор не оторвешь, потому эти доски если использовать нельзя, а здесь пойдет. Так, значит, создали уже ограждение вот это. Сейчас мы его скрутим саморезами, а потом уголочки поставим. А может, и не будем, посмотрим. Вот. Все, и здесь еще
Ну, пожалуй, в каждую балку. Так, это хорошо. Так, длинные саморезы. Идут. Так, и последний. И последний. Саморез. Так, хорошо. Сейчас перейдем на ту сторону. Перейдем на ту сторону. И начнем дальше, как говорится, градить забор. Здесь, в принципе, разницы нету. Где вверх, где вниз. Главное, что внутрь был гладкий. Для того, чтобы проще обработать металл. Так вот. Вот так. Вот так вот. И здесь тоже посмотрим, что получится. Чуть-чуть сюда. Так. Так. Так, значит, так, это сюда, это так, это вот так, так, совсем не хочет, как хочет, как надо, но мы сейчас ее поставим, как надо, а надо вот так вот, чуть-чуть сюда, так, сейчас сначала наживим, а потом приподнимем и закрутим, и тогда будет. Хорошо. Так. Так, немножко может нас. Так. Так, 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 вот. Где-то так. Где-то так. Давай сейчас соберем. На диагонали, уже когда будем ставить, тогда уже можно диагонали сыграть. Как лучше, так и сделаем. Так, так лучше, так и сделаем. Так. Так. Так, немножко послабее сделаем. И в то же время. Так. Так, и последний саморез. А здесь мы обернем еще металлом. Это так, чтобы попроще было. Саморезы неплохие, так если посмотреть. Ну, правда, не так и много. Сантиметра два, наверное, захватывает. Я говорю, здесь еще накладочки поставим. И тогда будет хорошо. Так. Так. Тогда надо идет. Так, докрутили последний шуруп. Но здесь конструкция, как я и говорил, в принципе, так и получается. Вот сделали ножки. Делали ножки. Значит, предварительно, значит, эту конструкцию вывесили вот на эти кирпичики, значит. После этого, значит, на эти ножки прикрутили. Сейчас мы можем что эти кирпичи убрать, вот так вот, они убираются, видите, вот. Вот убрали, значит, эти кирпичи. Сейчас проведем маленькое испытание, и после этого начнем, значит, обшивать металлом с внутренней стороны. Вот она получается хорошо. Вот так раз. Оставили. Этот металл можно маленько углубить. Здесь мы будем крепить на саморезы или на шурупы там. Что? И будем это дело делать внахлёст. Внахлёст с той стороны, чтобы влага стекала вовнутрь и доска не мочилась. И доска не мочилась. Ну, сразу я говорю, что мы делаем, значит, из всего то, что попадется под руку. Или, скорее всего, из того, что нам особо не нужно. Так вот, отступали и с доской, и с вот трубочки вот эти брали.
самое что на есть, которые не нужны. Но и с металлом, соответственно, цельных металловых кусков не будет. Мы сейчас проведем испытание. Если она с меня удержит, если я здесь не завалюсь на этой конструкции, то я думаю, уже будет траву удерживать. Ну, сейчас посмотрим. Ну, видите, достаточно так нормально. Вот, видите, я. Вот, все, как говорится, в карту забрались. Ну, все, приступаем дальше к работе. Следующий этап у нас — обшиваем железом. Ну, я сейчас сначала натаскаю железо, пособираю все, что у нас есть. А там будем уже компоновать, где лучше, где хуже. Может, где-то железо будет сверлить, а может быть, пробойником пробью. Но я, наверное, сюда его побросаю просто, а здесь уже буду работать. Придется ножницы, наверное, по металлу взять. Может, где-то выкроить придется. Ну, посмотрим. Внизу железо будет потолще, а уже повыше, тем выше, тем железо будет тоньше. Ну, вот я считаю, что конструкция достаточно будет устойчивая. Ну, если так говорится, 90 килограмм держит, то и все остальное удержит. Ну и вот если так посмотреть, то получается стоечки, вот эти стоечки, вот стоечки, я поставил везде. Получается, видите, на каждую опорную доску стойка. И получается здесь вот видите, 4. Здесь вот сверху 2. И с той стороны тоже 4. Достаточно хорошо. Ну здесь уже, видите, трава. Здесь что было. Ну посмотрим. Будем работать. Давай. Так, потихонечку так вот пока лазим через забор, а потом видно будет. Ну здесь вот начали уже немножко обшивать. Ну вот, используем любой металл, какой попадется под руку. Ну, вот, можно вот это так всем. Смотрим, он немножко потолще, значит, все вниз. Если будет потолще, потоньше будет, повыше. Ну, где-то вот так вот взяли и просто заколачиваем. Вот так вот. Вот заколотили сначала, посмотрели, нормально. Здесь можно, ну здесь ясно, что здесь в край, но все равно лучше пометить. Это где-то вот так вот будет и вот так линия идет. Так, пометили. После этого снова его вытаскиваем, потому что сначала надо заметить, потом. Так, вечер даю молоточек и наш любимый пробойник. Кстати, вот пробойничек сделал с силовой отвертки. Ну, не силовой, будем так, ударная отвертка была, крестовая. Ну, полностью крестик уже вышел из строя. Я его заправил, вот так, видите. И очень хорошо, вот, полтора миллиметра очень хорошо пробивает. Можно сверлить. Ну, сверлить это дольше будет. Дольше, и потом дрель тогда сюда. Как это, говорится, старым дедовским методом. Вот таким образом. Раз. Вот. Вот так вот. Внутри отверстие. И будем сейчас закручивать. Почему я сначала забил? Потому что если туго будет сложно идти, то проще так вот забить, потом в это же место вставить. Если она загнется, поправить. Вот. Ну, она, вот она, этот лист там достаточно хорошо встал. Будет упор снизу. И будет нормально держаться. И вот таким образом мы идем. Посмотрим. Хватит нам нашего железа, которого здесь по огороду валяется или нет. Ну, что-нибудь придумаем, если не хватит. Там еще целый лист у нас большой лежит. Вот таким образом. Все листы я прибиваю внахлёст. Видите, вот внахлёст идет и прибиваю их снизу вверх. Снизу вверх это для чего так делается. Ну, в принципе, получается, как крыша, как черепица кроется. Вот то же самое. Вот так раз, делаем отметочку, вот где она будет становиться. И вот она. А это вот уже нахлёст идет. Вот так вот. Снова берем пробойничек.
не так быстро, как хотелось бы, но что поделаешь, так вот и делаем. Конечно, лучше бы, если бы целые листы были, цельными листами. Получше. Ну, что есть, цельных листов нет. Так вот. Пробойничек пробивает очень хорошо, уверенно. Так вот. И работаем. И работаем. Ну, здесь можно еще пробить. Можно пробить, а можно не пробивать. Так. Вот траву набросали. Траву набросали немножко. Землей, значит, засыпали. Я вот нахожусь как на печке. Как на печке горячая. Просто жуть. И это там вот так вот год-два полностью перегниет. Так, полностью перегниет. А что я куда ставил? Я же вот мерил-то здесь. Мерил там, а все хочется побыстрее закончить. Мерил там, оставлю здесь. Ну ладно. Так, вот там где-то так, да. Так. Посмотрим. Один саморез. Главное один саморез закрутить. Который не очень хочет крутиться. Вот так, чуть-чуть нажавить его. Ну ладно. Не хочешь так? Значит, пойдем другим путем. Это достаточно. Достаточно. Потом подтянем ее. Вот так более-менее, чтобы ровно было. Более-менее, чтобы ровно было. Здесь стоит побольше надо поставить. Так вот. Так. Вот. А теперь... Очень просто. Очень просто идет. И уже практически одну стену почти закончили. Ну, таких стен у нас еще, слава богу, три. Так что работа пока есть. Как говорится, если сегодня не успеем, завтра завершим. Ну вот так вот. И поехали, поехали, и поехали. Докрутили последний саморез. В целом компостная яма, теплая грядка готова. Готово. Ну вот она получилась такой величины. Вот практически, видите, мне по грудь. Если той грядки у нас она была на порядок меньше, хватило на год, то это, я думаю, на 2 года хватит. Ну особенно здесь такая, что мы ее обшили вот железом, собрали весь металл, который нам был не нужен. И правда не толстый. Ну, так вот. Получилось неплохо, я считаю, что нормально. Получилось достаточно прочно. Внизу она гнить не будет, доска, потому что она стоит на ножках. Видите, на ножках стоит. И металл. Доска не будет гнить. Все хорошо. Но, возможно, возможно, в будущем, а можете сейчас, здесь еще вот по центру трубки какие-нибудь поставлю и проволока стяну. Что она вот так очень хорошо. Но вот чуть-чуть, видите, доска 25-ка. Доска 25-ка. Возможно, для усилия, как говорится, чтобы она не расходила в сторону. Доделаю. Ну и осталось что? Осталось немножко докидать. Вот. Когда начинали, вот здесь вроде такая гора была большая, да? А когда сделали более большой короб, получилось то, что здесь ее и нету ни черта. Вот таким образом. Сейчас это все подкидаем, подровняем. И будем ее потихоньку заполнять травой. И будет хорошо. Ну, вот где-то так вот. Вот таким образом. И будем приобщаться к деревенской работе. Ну вот, пожалуй, все.
Я думаю, кто пожелает такой короб себе смастерит и будет очень-очень полезная вещь, которая будет хранить, значит, всю траву, и через 2-3 года будет замечательная земля, которую можно посыпать и под кусты, и под растения, и так далее. До свидания, до новых встреч.